Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня поиграем в игру, которая называется Banana Kong Blast. Эй, Конг, я знаю, что ты занят, но здесь ты можешь делать все, что угодно. Коснись карты, чтобы выбрать уровень для игры. Ты уже воспользовался бочонком-пушкой, который всегда доставляет тебя на следующий уровень. Коснись своей головы, чтобы надеть шляпу. И, наконец, здесь можно купить кучу всякой всячины для тебя и для твоего дома. Что это за подарок? Открыть? 15 бананов. Заберем. Возвращайся каждый день, чтобы увеличить свой бесплатный подарок. Так, подожди-ка, давай-ка мы, наверное, свою громкость чуть-чуть потише сделаем. Мне кажется, как-то громковато. Ну что? Погнали, куда нам надо бежать? Маска для... Нет, какая маска для дайвинга? О чем ты говоришь? Как мне начать уровень? Да хорош ты со своими шляпами. Это магазин, премиум дом шляпы. Может быть, нам надо куда-то... А, вот, на бочку же, конечно же. Чё я туплю? Ну чё, полетели? Коснись для выстрела. Ну, тут все пока легко и просто. О-о-о! Тупанул, друзья, тупанул. Угу, летим. Так, отлично. Ох, твою же налево, ребят, ну как так-то, ну зачем ты? Так, подожди, неудобно немножко мне. Вот. Скачем. А это что за... Что это за... Уровень 1-1 пройден, да. Но не без ошибок, как говорится. Да не надо мне ничего устанавливать. Установить, ага. Конечно. Я двигаюсь дальше. Так, что у нас тут? Опять попрыгульки, да? Вау. Синие бочонки стреляют автоматически, понял. Так, эту монетку я должен поймать. Опа. Погнали. Так, а этого попугая надо сбить или что? Наверное, не надо. Он просто нам... Тихо. Опля. Ну. Занырнули. Погоди, а как я? Вот как. Ну, ничего себе, вот это круто. Сейчас поймаем. На. Ага, конечно. Летит он. Угу. Ну что, двигаемся дальше тогда? Ох ты! Ты глянь. Так. Все, я понял. А тут надо здоровски. Так, подожди, ну главное мимо не улететь. Так. Не кричи. Так, будем брать с тобой вот эти бананы наверху, наверное, будем. Поверь мне, они не лишние. Так, сейчас. Отлично. Шикарно. Великолепно. Так, смотри, мы можем с тобой вон, смотри, взять вон ту монетку. Я думаю, надо взять. Оу! А что же мне никто не сказал, что сзади, извини меня, ураган за нами бежит. А я-то тут прохлаждаюсь, блин. Что здесь еще такое? Я понял. Наверху, да? Да зачем ты так делаешь-то, ну, Рэй, ну, господи, ну зачем ты так жестко-то с ним, с этим, с Конгом? Давай сюда. Сюда. Погнали.
Угу. Покинули, короче, мы этот уровень с тобой. Первая звезда у нас есть. И что же она дает? Доступна новая шляпа, маска для дайвинга. А что она дает нам, эта шляпа, например? Я думаю, что ничего. Немножко не то сделал. Ладно, фиг с ним, бывает. Обожаю, когда он сам вот такие вот прыжки делает. Мне просто нужно, ребят, спешить, потому что там торнадо, которое меня хочет настигнуть. Бабах, зашибись. Жизни больше не осталось. Все, ребят, чего? Пишут. Так, стать премиум. Не надо. Домой, домой возвращаемся. Так, а мы начинаем все заново. Со временем твои жизни восстанавливаются. Напомнить тебе, когда восстановится. Ну да, напомнить. Не напоминать. То есть в данный момент я больше не могу. Или могу, ну-ка давай проверим. А, смотреть видео за 5 жизней, давай. Так, ну что, продолжить. А, начинаем 1-4. Давай. То есть там, где погибли, оттуда же и начинаем. Отлично, шикарно. Погнали. Так, мы можем с тобой, да, через верхнюю пройти, кстати. Так. Погнали. Так, 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 так. Вот здесь вот главное не лопухнуться. Норм. Ух, смотри. Повезло. Угу. Ох ты, ох ты, ох ты, как они тут. И... Давай сюда. Сюда. И конечная у нас. Погнали отсюда. Ни одной монеты не собрал, такой деловой. Но зато уровень прошли. Так, двигаемся дальше. Опять джунгли. Опять джунгли зовут. Так, удерживаю для вращения. Отпусти, чтобы выстрелить. Понял? Тут даже вот такие ребята есть. Окей. Да ёк... А, вот как. Сюда. Сюда. Просто наверх. Оу, как же ее хорошечно-то. Сейчас, 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 сейчас. Воу, даже вот так он тут может. Ничего себе. Давай, 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 давай. Отлично. Ой! Ну что же ты так, а? Да господи, ну... Ну зачем? Издеваешься ты над этой обезьянкой, Рэй, ну... Ох, какой ты садист, а. Взял на... Над бедной обезьянкой просто поиздевался, ребят. Сложно, если честно, ребята, кажется, что вроде бы как бы все легко и просто, а на самом деле сложновато. Давай еще тогда 5 хп. Попытаться снова. Ну че, давай попытаемся снова. Что-то мне показался этот уровень каким-то долгим, длинным. Так. Пока... Ой! Хотел сказать, пока все идет удачно. Угу. Да нет, 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 нет. Вот здесь собираем. Окей. Так, сейчас, 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 сейчас. Сюда. Вот это мне нравится, как он тут. Вот здесь мы где-то сфейлились же, да, тогда? Угу, по-моему, здесь. А что теперь?
Ничего себе тут. Да как так-то? Как так? Ты вот объясни мне. Фью. Нормуль, полетела, короче. Наша обезьянка. Непонятно куда. Ну, окей. Так, тут-то что? Здоровски. Тут летучие мыши еще... Ать, я должен был за Лиану схватиться, понял. А дальше-то что? Просто спрыгнуть с нее? Допустим. Угу. Так. Хоп-хоп. Хоп-хова. Зашибись. Да как? А как я... Да... Ну тебя, Рэй, а. Все, все, друзья мои. На этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.